Столько любителей бега Самарская набережная не видела давно. Поучаствовать в акции «Зеленый марафон» собрались десятки горожан. Бегом должны заниматься все, потому что это успокаивает, это дает красивое тело и положительные эмоции. Настроение самое лучшее – поучаствовать, потому что хочется понять свои силы, на что способен. Раньше не участвовал никогда, поэтому интересно. «Зеленый марафон» 4 года назад организовал Сбербанк. За всю историю в акции приняли участие более 400 тысяч человек. Программа марафона включает спортивный забег на символическую дистанцию 4,2 километра, что позволяет всем желающим вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки приобщиться к здоровому образу жизни. Год от года количество участников растет. Мы смотрим количество людей, которые регистрируются, которые приходят. Вот в Самаре мы стартовали с первый год чуть более 1000, сейчас более 2000. В этом году мы еще больше ожидаем участников. Всероссийская социально-спортивная акция, объединяющая любителей здорового образа жизни и активного отдыха, одновременно состоялась в 42 крупных городах страны. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, «События».